Противопаводковые мероприятия на реках Хамга, Алдан, Нюя, Тока идут полным ходом. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. Работы проводят на 31 заторо-опасном участке, а это 213 гектар площади. На данный момент установлены вехи, произведены замеры толщины льда, ведется расчистка снега и зачернение льда. По словам министра, на эти цели предусмотрено более 7 миллионов рублей. Кроме того, особое внимание уделят опасным участкам на всех реках Якутии, где расположены нефтебазы, зато и другие производственные объекты. На сегодняшний день из 213 га площади зачернения завершены все подготовительные работы. 100%. Расчистка снега проведена на 148 га, это 70%. И идет зачернение. Зачернение произведено на 73 га, пока выполнение 34%. Инспекции, комитеты охраны природы переводят на усиленный режим весенней службы.